Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня 5 ноября, и я буду копать клубни у своих глоксиний. Значит, я уже несколько дней назад выкопала несколько клубешков. Вот они. Сегодня проверила, посмотрела, как они себя чувствуют. Смотрите, вот какой крупный клубень. Один прям хорошенький. Мне удалось вырастить. Это первогодки все. Вот такой вот клубешок. Не знаю, сколько здесь сантиметров. Ну, такой хорошенький. Крупненький. Вот. Решила в зип-пакетах клубни хранить до весны. Так, здесь два клубешка. Они немножко поменьше. Поменьше, ну, тоже хорошенькие. Грунта немножко пересыпала их грунтом. Вот здесь вот такие вот два клубешочка у меня. Картошечка. Наверное, сантиметра три, а может даже и больше. Ну, в общем-то, хорошие клубешки. Так, и есть у меня еще два кустика, которые я тоже хочу сегодня выкопать. Йенкис-кис. Вот такая красота. Цветочек. Это уже я не знаю, какое цветение. Ну, в общем-то, я уже срезала эту глоксинию. Вот, вчера поливать не стала, поэтому... Она немножко подвяла. Но это ничего страшного. Так. И вот такая вот еще у меня глоксиния, у которой тоже уже буду копать клубень. Это КТ Вероника. Она у меня уже тоже цвела. Вот это вот уже второе цветение. Ну, я решила, что уже не буду давать ей цвести. Вот. Потому что подсветки у меня нет на подоконнике. И мучить... Я их не хочу. Лучше я выкопаю клубни и уже весной буду любоваться хорошим полноценным цветением. Так, ну и покажу, да, а то я прям вот эту красоту. Это сад Алания. Сад Алания. Начинает распускать бутончик. У этого кустика я еще не буду копать клубешок. Я еще не видела тут цветение, поэтому еще пока что полюбуюсь. Вот, пусть подцветет, а потом выкопаю клубешок. В общем-то, цвело у меня уже 4 сорта. Вот, 4 сорта глоксинии. Так, значит, как я копала клубни неделю назад? Я, значит, брала... Все, что я делаю так, как показывает и рассказывает... Таня Ким на своем канале. Так, выкручиваю клубень. Так, тут у меня прям какая-то несколько, что ли, клубешков, картошечек. Вот. Корешки снимаю. Вот этот перлит в грунте, вот он вообще совершенно ни к чему. Я не знаю, что я... Зачем я с перлитом посадила? Наверное, у меня лишний был перлит. Вот он даже... клубни даже вот вытаскиваешь. И вот этими... в общем-то, перлитом... Повреждаешь клубешок. Царапаешь. Так, ну вот. Сейчас немножко его почищу. Так, один клубешок готов. Это у меня КТ Вероника. Буду тоже так вроде целенький. Клубешочек не подгнивший, что радует. Значит, с поливом все было хорошо. Вот так. Я немножко вот этот, вот эти корешки... Осторожно, все-таки счищаю. Так. Так, так, так. Ну, пока все. Пока больше ничего не буду делать, потому что клубешок... Вроде бы я грунт и просушивала, но он немножко влажный. Так, дальше. Это у меня КТ Вероника. Я его... Замачиваю в Максиме.
Это такой препарат фунгицид. Сейчас он у меня тут полежит, помоется, а я пока выкопаю еще один. В препарате Максим я где-то минут 15 держу клубешки, чтобы они так вот хорошо отмылись. Если где-то были какие-то повреждения, чтобы препарат их хорошо обеззаразил. Водичка у меня тепленькая. Не просто комнатной температуры, а теплая. Ну, все, 15 минут прошло. Я достаю клубешки с препарата Максим. Хорошо их сейчас просушу. Не засушу, а просушиваю. Просто просушиваю. Вот. Зип-пакеты подготовила. Подписала дату, сорта. Сюда в зип-пакеты точно так же немножко грунта. Ну, столовую ложечку насыплю. Торфа. Вот. И сразу в коридор, в свой холодный. Я клубешки в зип-пакете не отправляю, да, на хранение. Я где-то, ну, чтобы конденсат не собирался, ну, в течение суток вот приоткрытыми немножко держу. Грунт влажный, слегка влажный. Вот, и только потом отправляю уже в коробочку, в утепленную, ну, в картонную коробку отправляю. Слаживаю все. И в коридор. Вот так вот. Буду проверять, как они себя будут чувствовать. Ну, раз в неделю. У меня не так много галоксинии, думаю, раз в неделю будет достаточно, чтобы эта красота у меня не пропала за зиму и весной, чтобы вот так вот красиво-красиво расцвела. Есть у меня еще 7 кустиков, ну, буду копать постепенно. Буду смотреть цветение, вот, любоваться и потихонечку выкапывать. На этом всем всего доброго, мира, добра, благополучия и, конечно же, здоровья. До свидания.